Сейчас я мяч буду кидать чуть-чуть ниже. И сетку специально еще ниже. Тебе нужно будет шагать быстрее немного. То есть вместе с моим подбросом ты делаешь фактически шаг. Но здесь очень важно, чтобы я попадал. Так, примерно вот куда-то сюда будет. Примерно набрасывать. Поехали. Смотри, подброс будет по высоте вот такой. Не выше. Поехали. Опоздал. Чуть раньше движение. Руки перед собой держи. Быстрее. Еще чуть быстрее. Пойди сам. Пошел. Пошел. Опоздал. Быстрее не забывай. Чуть быстрее идешь сам. Пошел. Не дави, только не дави, я чуть широко кинул. Пошел. Не забывай, сейчас прыжок прыжка не хватило. Не забывай, когда выходишь на согнутые ноги. Руки и ноги тебя поднимают. Пошел. Движение рук не делай вперед, когда шагаешь правой ногой. Это ошибка грубейшая. Запомни, это всегда самое основное. Как только пошла правая нога, руки назад. И как только наступил правой ногой, они должны быть сзади. Ты левую подставляешь, потом руки и ноги тебя поднимают. Если ты сделал движение ногой, а потом делаешь замах, все, ты опоздаешь с подъемом руки. Пошел. Хорошо. Хорошо. Пошел. Вперед. Закрепощаешь чуть руку. Не закрепощай руку вот здесь наверху. Хлестка. Представь, что она у тебя как хлыст, как тряпка. Брось ее на мяч. Пошел. В стороне где-то ударил. Перед собой. Пошел. Пошел. Я уже кинул. Все, я отредактировал. То, что в поле не попало, ничего страшного. Само движение должно быть хлесткое именно. Чуть ты припощаешь руку. Вот такая идет рука прямая. Хлесткая рука должна быть. Хлесткая идет. Очень важно. Хлесткая. Пусть даже не попадать поначалу, потом будет.